вы когда-нибудь обращали внимание на аббревиатуру на пачках с чая? Например, ФБОП, ПИКО, ОПА. Что это означает? ПИКО – это короткие, грубые листья без ситцев. Давайте сейчас покажу, как они выглядят. Короткие, грубые листья без ситцев. Для тех, кто любит чай покрепче. Оранж пико. ОПА. Опа. Это короткие, крупные листья. Вот они завернутые. Посмотрите, отличие, да, какое? Здесь коротенькие, а здесь крупные свернутые листочки. ФБОП, Flowery Broken Orange Pekoe, классификация ломаных чаев. То есть это чаи, состоящие из кусочков отдельных листочков. Broken, ломаные. Этот вид чая собран из верхних листочков, нежных, молодых, но ломаных. Если кто любит чай покрепче, выбираем из листьев, которые находятся в нижней части куста чайного, толстые, большие, насыщенные, чай будет более крепким, заваристым. А нежные листочки, верхние с типсами, он нежный будет. Информация для вас полезной, и вообще знали вы до этого об этой аббревиатуре?